Санатории для оздоровления пациентов, которые перенесли COVID-19, будут открыты в разных уголках Беларуси. В Минской области уже на следующей неделе первых постояльцев примут центры в Молодечинском и Борисовском районах. В Минздраве разработали критерии отбора для тех, кто получит санаторно-курортный билет. В первую очередь на оздоровительный отдых отправятся пожилые белорусы и граждане с инвалидностью. Они там будут находиться 2 недели. За это время пройдут ряд реабилитационных процедур, будет организовано 5-разовое питание и круглосуточный контроль врачами. Это пациенты, у которых уже стабилизировались клинические, лабораторные, рентгенологические показатели здоровья. Это пациенты, которые уже не выделяют коронавирус в окружающую среду, то есть тесты у них отрицательные. Но эти пациенты еще нуждаются в долечивании, они принимают какие-то лекарственные средства в таблетированной форме, потому что они имеют в силу возраста, своего состояния здоровья целый ряд хронических заболеваний, которые у них были еще до пневмонии. Да. Бороться за каждого белоруса и уделять особое внимание выздоровлению старшего поколения – поручение главы государства. Как будет проходить реабилитация после COVID-19 и готовы ли санатории, расскажем в проекте АТН «На контроле президента». Отмечу, теперь новые серии смотрите не только традиционно в среду, но и в субботу.